За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировано 217 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд, как, впрочем, и в стране. В России выявили 41 335 случаев заражения ковид. Больше всего заболевших в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабужском районе. Республика сегодня отмечает День Конституции Татарстана. Основной закон был принят 6 ноября 1992 года. Над документом трудились лучшие правоведы Татарстана и России. Конституционную комиссию возглавлял Ментимер Шаймиев. 100 автомобилей сегодня вручил Рустам Миниханов. Президент Татарстана наградил победителей республиканского конкурса муниципалитетов. Поощрили города и села, показавшие лучшие результаты по демографии, благоустройству, культмассовой работе, активности жителей в решении местных вопросов. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.